Манчестер Сити, Шахтер, онлайн. Матч группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити, Шахтер смотрите онлайн 26 сентября в 21:45. Донецкий Шахтер сыграет с Манчестер Сити во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017-2018. Игра начнется сегодня на Этихад Стадиум в 21:45 по Киеву. В первом туре подопечные Пауло Фонсеки победили Наполи со счетом 2-1. Манчестер Сити, в свою очередь, на выезде разгромили Фейенорд 0-4. Прямая трансляция матча пройдет на телеканалах Украина и Футбол 1. Капитан Шахтера Дарья Срна попался на допинге, так что в Манчестере команде он не поможет. Ман-Сити также не может рассчитывать на своего капитана Винсана Компани, а еще и на Илкая Гюндогана. Под вопросом участия в матче Бенджамина Менди, Паулу Фонсека накануне матча нахваливал соперника, не отставал от него и Хосип Гвардиола. Впервые, когда мои помощники увидели Шахтер, они сказали: «Вау». Во время работы с Барселоной было то же самое, что и сейчас. Люди говорят: «Шахтер, Украина, кого это волнует? Кто за них играет? Да их вообще никто не знает». А я вас уверяю, что они одна из лучших команд в контексте игры в футбол. Они обыграли Наполи. И что я слышу? Наполи — это не Ювентус или Милан. Шахтер: «Да это же Украина», — сказал испанский тренер. Букмекерские конторы практически не оставляют шансов Шахтеру на положительный исход поединка против Манчестер Сити. Коэффициент букмекерской конторы Вильям Хилл на победу горожан составляет 1-2, на ничью – 7-0, а на победу горняков – 12-0. Еще более уверена в успехе горожан букмекерская контора Бвин. Победа Манчестер Сити – 1-18, Шахтера – 12-5, ничья – 7-0. По материалам сайта newsgro.com.